Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня мы с вами по традиции уже вместе откроем, разберем посылку с сайта iHerb и посмотрим, что мне прислали. Также я расскажу о нововведениях, которые, к сожалению, не сильно вас порадуют, но тем не менее. Во-первых, как вы видите, все хорошо упаковано. Когда посылка открывается, то видно прям, как все плотно-плотно вот так спрессовано. И за счет этого ничего не разбивается, ничего не болтается, не мотается в этой посылке. Ну, в общем, не в пример коробочкам красоты, да, про которые я вам рассказывала. Так, давайте все последовательно разберем. Первое, что я вам хочу показать, это вот такое вот масло кокосовое. Кстати говоря, многие дамы и мужчины даже приобретают вот такое вот масло натуральное, кокосовое, съедобное масло, стопроцентное, для волос и для тела, для того, чтобы увлажнять кожу. И даже некоторых, у кого очень сильная перхоть, ну прям вот такой невыносимый зуд, наносят это в виде масок для волос на кожу головы. Но я не для этого приобретала, хотя, возможно, даже и можно попробовать вот такое косметическое применение этому маслу. Я добавляю буквально пол чайной ложечки, когда готов в блинчики. Вот это масло, оно создает такой неповторимый привкус, очень приятные кокосовые получаются блинчики. А сырники я делаю такие вот, знаете, без муки внутри, диетические. Очень вкусно тогда получается, но прям совсем другой вкус. Поэтому я рекомендую вам попробовать. Кстати, кто не знает, как делать такие сырнички, более диетические, посмотрите мое видео. Вот здесь вот наверху сейчас проплывет ссылочка. Ну, конечно же, я не могла просто обойти стороной. Мои любимые приправы, это не все, которые я приобрела. Сейчас покажу еще. Здесь кориандр, орегано и вот это базилик. Ну, потрясающие приправы, ребят, я вам уже показывала не раз. У них, как вы видите, очень удобные упаковки, они занимают очень мало места. Они настолько эстетичные, красивые. Сроки годности, как вы видите, всегда понятные. Такие сильные ароматы, ребята, знаете, прям даже сквозь эту упаковку чувствуется, очень приятные. Пробочка, видите, в которой есть маленькие отверстия, также есть одно большое, вот этот квадратик, его можно открывать, если вы хотите сыпануть побольше. Они абсолютно натуральные, хороший сбор, такие вот прям хорошие органические, Simply Organic приправы. Я, конечно, привыкла к российским вариантам, к тем, которые продаются у нас в магазинах, а их нужно полкило, чтобы какого-то аромата добиться, такого более-менее внятного. Ну, а здесь просто микроны нужны. Так что вот этих баночек мне хватит теперь надолго. Базилик обожаю, орегано обожаю, в салаты, в супчики, в овощные блюда. И кориандр я добавляю даже вместе с корицей в кофе и в глинтвейны иногда делаем. Сухое вино куда-то ж надо девать, которое у нас стоит по полгода. Я вам рассказывала, мы мало пьем. Теперь вот эти приправы тоже входят в мою коллекцию. И хочу показать вам еще два микса. Не видела, что в Simply Organic есть вот такие баночки поменьше. Такой вот объем существует. Я думаю, вам видно, да? Переведите сами, как это правильно. Здесь написано 27, здесь 62. В чем, как это понять? Это именно сезонные овощи, vegetable. То есть это такие вот сушеные, с травками, перемолотые. Очень-очень вкусные. Здесь и лук, и чеснок. Много всего. Это итальянская сезонная такая приправа. Здесь смесь различных травок. То есть для тех, кто хочет попробовать сразу же вот такой готовый микс травок, кто любит итальянские варианты приправ для пиццы, для первых блюд, а для вторых и салатики можно, потому что они такие довольно, ну, они такие стандартного помола, в принципе, не сильно крупные, так что можно даже и в салаты. Упаковки, как вы видите, у всех одинаковые. Как вы видели, я выбросила все свои старые приправы, да, в моем ролике расхламления. Кто не видел, оставляю вам вот здесь ссылочку. И теперь, ура, ура, у меня новые, все будут в шкафчике очень красиво стоять. Отодвигаем. Это очень вкусный чай с жасмином, шикарный, я люблю. Я не со всеми добавками пью чай, но вот этот настолько тонкий аромат, сильный с одной стороны, с другой стороны тонкий. Здесь 40 грамм, 20 пакетиков, вот так все упаковано. Давайте распечатаем, и я вам покажу, потому что мы уже пробовали. Смотрите, это вот такие вот пирамидки. Там чай вот в таких вот руликах, как изюм вот такого вот размера. Они расходятся, и получается очень-очень насыщенный напиток. Такого вот пакетика достаточно на большой чайник, чтобы заварился крупный, прям такой вот, получается, такие листочки, почти полный прям вот этот пакетик, получается, листиками они раскрываются. Аромат потрясающий. Вариантов там чая много. Это зеленый с жасмином. Я думаю, что вы там найдете и черный, и красный, и белый, и все-все-все варианты, и пакетированный, не пакетированный, и в листиках. Просто он натуральный, мне в этом смысле вот удобно в таких мешочках, то есть он уже просто дозирован на целый чайник, один мешочек, и не нужно никаких ситечек.
Так что я очень-очень рада, что он пришел. Кстати говоря, они очень бюджетные, несмотря вот на то, что такая шикарная упаковка, и в ней потом можно хранить рассыпной какой-то чай. Посмотрите, какая она красивая. Просто какая-то подарочная совершенно упаковка, а чай, в принципе, недорогой. И также смотрите, пожалуйста, да, везде есть сроки годности. Это очень удобно. В общем, я рада, сейчас уже пойду заваривать. Так, ну и последнее съедобное, относительно съедобное, мой глюкозамин хондроитин, МСМ-формула, ну, я принимаю его по настоянию хирурга для суставов. Ребята, это противовоспалительное, хорошее средство, такое вот естественно восстанавливающее крепость суставов, то есть у кого подвижность, к сожалению, каким-то образом пострадала, в основном это у спортсменов, у тех, кто довольно много занимался, как я, танцами различными, всякими фигурными катаниями и всем, чем только можно, потом резко располнел, потом резко похудел, ну и так далее. В общем, конечно, суставы страдают. И вот этот глюкозамин хондроитин мне очень нравится. Я варианты разные пробовала. И, в принципе, SciHerb мне нравятся вот все варианты глюкозамина и хондроитина. Хондроксид в наших аптеках стоит в 10 раз дороже. Поэтому вот это очень выгодно. Здесь 120 капсул. Ну, просто я вам передать не могу, как я рада, что именно вот эти вот витамины, да, вот эта биодобавка, фактически для меня это лекарство, есть на iHerb. Ну, и теперь уже о косметике поговорим, да, точнее об уходе. Reviva Labs я заказала 10% гликолевый крем. Это кислота. Так, сроки годности, как вы видите, хорошие. Это очень мощно заклеено, поэтому открываю с другой стороны, просто чтобы ногти сейчас не ломать. Так, смотрите, гликолевая кислота, крем. Сейчас не буду его открывать, я знаю, что он вот такой же, как и 5% гликолевая кислота, он очень жидкий, что улучшает его впитываемость. То есть он впитывается моментально. Кому интересно, как я делаю, как я использую именно кислоты, напишите, пожалуйста, я сделаю тогда отдельное видео моего вечернего ухода в те дни, когда я использую кислоты. Как я это делаю, куда наношу, как наношу, куда наношу, куда не наношу и чем потом пользуюсь, чтобы не было никаких таких неприятных последствий, каких-то ожогов или раздражений, или сильных шелушений. Так что вот такой вот кремчик я себе прикупила, очень рада. Еще один крем, Fluent Eye Cream. Знаю, что у меня они уходят очень быстро. Это крем Reviva Labs, это американская компания, как, собственно, и сам сайт. Это из Америки пересылка iHerb. Этот крем подходит как под глаза, так и для зоны шеи и декольте. Опять же, сроки годности отличные. Уже ребрендинг, видите? Раньше этот крем имел вот здесь вот такой подсолнышек и была более такая, ну, цветастая баночка. Объем крема, как вы видите, остался прежним. 42 грамма. Вот такая теперь верхушечка. Так, крем этот очень-очень питательный. То есть для тех, у кого прям вот совсем жирная кожа, вы не выносите, конечно, может быть, вам не подойдет, но под глазами не бывает, ребят, жирной кожи. Под глазами как раз, если не заходить на зону переносицы, да, и вот куда-то на щечки, то вам этот крем подойдет тогда для любой кожи. Этот крем я сравнивала, это вот именно он, с кремом Clinique All About Eyes Rich. Он настолько же питательный, даже может быть еще лучше, потому что здесь больше масел. Очень вам рекомендую его попробовать, очень, потому что он очень-очень бюджетный, очень питательный, очень хороший крем. Это No Solutions Coenzyme Q10, вот такая чудесная сыворотка, которую я заказываю уже не в первый раз, наверное, даже не во второй, не в третий. Я показывала вам ее в своих видео о том, что съела моя кожа за определенный период. Сыворотка чудесная. Очень советую вам ее попробовать, работает на нашу молодость. Вот эти капельки такие же от No Solutions для носа я вам показывала, также прекрасно они работают с ксилитом, который устраняет заложенность носа. В общем, очень хорошая компания, которая производит такие полезные всякие вещи. Ну, Coenzyme Q10 очень дорогой в других компаниях. На других сайтах Coenzyme Q10 стоит от 1000-1500 и выше. Здесь же очень-очень бюджетно, поэтому посмотрите, пожалуйста. Я вам все ссылочки вообще на все продукты, на заказ в целом обязательно всегда оставляю в описании к этому видео. Вот здесь под кнопочкой «Еще», вот здесь есть кнопка «Еще», вы откроете и увидите ссылку на каждый продукт. Очень советую вам попробовать. Я наношу на зону шеи декольте, поэтому у меня он уходит быстро. Но если наносить на тоник какой-то, да, разносить тонким слоем, то этого вполне будет достаточно. Под глаза также можно будет. На лицо вам хватит ее надолго. Сроки годности хорошие, еще пока она у меня немножко полежит, она закрыта, я не хочу ее открывать. Она с помпой, то есть вы нажимаете, и помпа поднимается вот так вот вверх. Вот здесь вы видите, когда начинает заканчиваться средство. Очень хорошая вещь, очень вам советую. Выравнивает цвет лица, делает кожу более однородной, такой приятной и такой, знаете, молоденькой, я бы так сказала. То, что делают энзимы, коэнзим особенно, они чистят кожу, они выравнивают тон лица, они делают более молодую кожу. В
Вот так вам будет ее лучше видно. Вот такая вот Sleep Mask. Очень удобная. Я много слышала хороших отзывов. Так, давайте ее вытащим. Смотрите, вот так она выглядит. Очень хорошая. Мне девочки писали, что действительно хорошая и довольно большой. Вот здесь вот объем, на голову не тянет. Угу. Так, она, как вы видите, на липучке. Это тоже удобно. Она такая мягенькая-мягенькая. Кстати говоря, она очень недорогая. 300, по-моему, с чем-то рублей. И она такая, знаете, прям невесомая, очень приятная. Естественно, если вам хочется, вы можете стороной темной, можете стороной мягкой. Это кому как уже удобно. Кто как привык носить вот такие вот масочки. Но у меня не идеально закрываются что. Иногда просто хочется даже днем прилечь, когда не очень хорошо выспался. А ночью бывает у меня такое, какая-то бессонница иногда нападает. Поэтому вот такую масочку я с удовольствием буду использовать. Вот так выглядит упаковка. Ну и, конечно же, мои кисточки Eco Tools. Я вам показывала уже двусторонние вот эти кисти. Они у меня часто участвуют в макияже. Они мне настолько понравились, что я решила заказать вот такой вот второй набор. Они очень-очень бюджетные. Получается, что вы по стоимости примерно 300 рублей получаете 4 кисти очень хорошего качества. Вот смотрите, вот такая вот кисточка очень здорово набирает тени, кладет точную точку, вот куда вам нужно. Не растушевывает, куда попало, да, вот вы ровно-ровно какой-то акцент можете набрать, плотно, много. Одной можно тушевать, второй можно тоже тушевать. И вот эта уже скошенная, да, кисточка, она подойдет для того, чтобы делать стрелочки, для того, чтобы оформлять брови. В общем, набор просто отличный. Я очень рада, что есть второй такой, потому что когда первый набор пачкается, я не стремлюсь бежать прям сразу же отмывать кисточки, я просто беру второй и пользуюсь с удовольствием. Ну что ж, друзья, это был весь мой заказ, и теперь я обещала вам рассказать о том, как меняются правила на iHerb. Сейчас можно будет воспользоваться кодом, который я вам оставляла. Вот сейчас, как вы видите, он появился опять на экране. Это дополнительная скидка 5%, и до 1 февраля вы можете ее использовать, если вы приобретаете как первый раз, так и второй, 10, 115. То есть это просто дополнительная скидка на все варианты заказов, для всех стран, абсолютно для любого заказа. Но с 1 февраля меняются правила, и, к сожалению, пока такая вот информация, что мы не сможем больше использовать дополнительно этот код, если мы уже делали заказы, то есть только для новых покупателей. Будем надеяться, что для нас, для постоянных покупателей, тоже будет работать по-прежнему какая-то другая, возможно, уже программа лояльности, нас не оставят без внимания, но для новых покупателей этот код по-прежнему будет работать, будет давать дополнительную скидку 5% на все товары, даже которые идут с очень большой скидкой из раздела распродажа и пробные товары. И 5% это тоже очень-очень приятно, при условии, что вы еще к тому же берете по хорошей цене из распродажи какие-то товары. Вот. Что будет дальше, пока вам сказать не могу. Буду держать вас в курсе. Информацию по изменению этих условий по скидкам я обязательно оставлю вам. Я сейчас стремлюсь сделать как можно больше заказов до 1 числа для всех своих друзей. И в подарки сейчас грядет и 23 февраля, и 14, кстати говоря, кто поздравляет друг друга с Днем Святого Валентина. Ну, я как-то спокойно отношусь ко всем праздникам, но, в принципе, приятно, да, другому человеку, любимому человеку подарить лишний раз подарок. 8 марта, конечно, не за горами. Я считаю, сейчас уже нужно что-то приглядеть, хотя бы в разделе распродажа. Расставлять пойду всю красоту по своим ящичкам. У нас впереди с вами очень много видео. Многие я отсняла, сейчас просто не так много времени, чтобы монтировать, но бьюти-перерывы тоже будут, которые вы так любите. Я знаю, вы просили видео такие релаксационного плана. Очень люблю вас, ребят. Спасибо огромное за ваше внимание. И кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, потому что я стараюсь делать видео по вашим заявкам, делать видео на интересующие темы моего зрителя, которую я очень ценю, за которую я просто горой стою. Спасибо вам огромное, что вы были сегодня со мной. Успейте сделать заказ до 1 февраля. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!